стране к 15 декабря планируют привить 5 миллионов белорусов. Первую дозу антиковидного препарата получили более 3 миллионов 496 тысяч человек. Из них свыше 2,5 миллионов прошли полный курс вакцинации. Что касается заболеваемости коронавирусом, в республике идет постепенное снижение инфицированных. По сообщению иракских авиалиний, свыше 1800 граждан этой страны вернулись домой рейсами из Минска. Очередные эвакуационные борты, по предварительной информации, должны прилететь в белорусскую столицу 29 и 30 ноября. В Беларуси на понедельник объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется дождь и мокрый снег. Осадки создадут желтый уровень опасности. На дорогах гололедица. Видимость сократится из-за тумана. Автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными. Местами по стране возможно и налипание мокрого снега. В мире все большую обеспокоенность вызывает новый штамм ковида «Омикрон». Он обнаружен уже и в Европе. На континенте несколько случаев заражения – Великобритании, Германии и Чехии. Всемирная организация здравоохранения заявила, новый вариант коронавируса, который выявлен в Южной Африке, серьезнее, чем нынешний дельта-штамм. Печальная новость пришла из России. Прошлой ночью не стало певца Александра Градского. Ему было 72 года. Накануне музыканта экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несколько часов медики отчаянно боролись за жизнь композитора, однако спасти Градского не удалось. Народный артист был одним из основоположников русского рока. Он исполнил такие песни, как «Нам не жить друг без друга» и «Как молоды мы были».